Каждую зиму мировые селебрити меняют звездные кино- и эстрадные площадки на заснеженные горные склоны и самые крутые спуски. И едут туда, где красиво жить не запретишь, чтобы кататься на лыжах с теми, кого кризис не касается. Клуб Болеро, программа «Коза», и мы на Аспене. Почему ты берешь его так низко? Ой, простите, по инерции. Я понимаю, привычка — это такое дело. А ты любишь больших мужчин? Да, больших, иногда с животиком. Ой, ты знаешь, это хорошо, потому что обычно большие мужчины с животиком, они достаточно обеспеченные мужчины. Они добрые. Маленькая, хирурги говорили, что я стану звездой горнолыжного спорта, потому что все мои 10 переломов срастались очень быстро. Именно поэтому я ни разу не каталась на лыжах, но пора исправлять эту жестокую несправедливость. И думаешь, что ты самая крутая, потому что ты с микрофоном. Но у них тоже есть микрофоны. Девочки, вы скучно отмечаете день рождения. Давайте, дружненько, взяли бокалы. Почему пустой бокал? В чем дело? Кто уже выпил все шампанское? Молодец, она будет самая пьяная сегодня. Девочки, поделились с подругой. На лыжах? Нет, ни разу даже не пробовала. Правильно, потому что я слышала, что там, где продают лыжи, сразу же дают бесплатный абонемент в ближайший травмпункт. О, я думаю, это неправда. Я желаю всем, кто катается на лыжах, самых лучших спусков. И спускайтесь только в горах, а не по жизни. Хочется спеть песню «Я тебя любила, Мишка». Я думаю, что в клипе «Лободы» вы бы смотрелись очень органично. Да. А вы любите Мишу? Очень. Вот так. Я думаю, Мишка сейчас умер от оргазма просто. Да. Из вас катался на лыжах когда-нибудь? Да. На нашей Швейцарии или, может быть, кто-то ездил Буковель, Куршавель, Аспен? Польша и Буковель. О, ездила со своей экипировкой или же брали там на прокат? Брала на прокат. Дорого? Приемлемо. То есть платила ты или все-таки мужики? Мужчина мы. Он предпочитает держать все в себе. Мишка, все в тебе, и уже снаружи. А вы уже на баре были? Нет, мы за столиком сидим, культурно отдыхаем. А что вам наливают? Не скажу. Девочки готовятся к пляжному сезону, и вашему вниманию мы представляем новые костюмы Sauna Belt. Sauna Belt, и на пляжный сезон вы будете без апельсиновых корочек. Коза, мы любим тебя!